Чебоксарском детском саду номер 7 «Созвездие» открылся первый 3D-кинотеатр. Как новые технологии способствуют развитию ребят в нашем сюжете. Изучать астрономию и космос, прикоснуться к звездам в буквальном смысле. Для ребят это стало возможным. Еще в начале 20 века для передвижения в космосе было предложено использование солнечного паруса. Уютное кресло, удобное расположение экрана и даже специальные очки. Здесь есть все для комфортного погружения в трехмерное пространство. Мне так понравилось, как будто я там сама оказалась на космическом корабле и увидела очень близко планеты. Я с удовольствием прям приду еще раз. В течение всего сеанса за эмоциональным состоянием детей внимательно следят педагоги. Они же обеспечивают безопасность погружения в трехмерную анимационную реальность. Так педагог с 40-летним стажем работы Елена Милютина считает, что сейчас время диктует новые правила. Она уже предвидит горячие дискуссии и обсуждения с ребятами познавательных научных фильмов, считая также, что это способствует раскрытию новых интересов у маленьких почемучек. 3D-очки, 3D, они позволяют детям именно быть внутри событий, почувствовать самих себя, что они тоже участники этих мероприятий. И мы фантастически даже рады. Кроме того, в дошкольном учреждении недавно открылся планетарий. А сегодня он пополнился новым обучающим материалом. Это и глобусы, и трехмерная модель Солнечной системы, и другой наглядный материал для изучения. Сегодня мы с вами увидели наших детей, как они радостно с возгласками воспринимает тему космоса на ура. Они смотрят фильмы, они играют с игрушками, связанные с космонавтикой. Но я думаю, возможно, у нас здесь сидят и в будущем будут космонавты, которые прославят наш город, нашу Чувашскую землю, нашу страну. Ну что, готовы размяться? Хорошо. А вокруг планеты Солнце и Луна. Благодаря этим виртуальным путешествиям к далеким планетам, возможно, у мальчишек и девчонок вырастут крылья и для полета к своей мечте. Наталья Мальчикова, Татьяна Раевская, Дмитрий Салманов, Республика.